А, не горит, потому что было бы слышно. О, потухло уже. Выгорело. А, сзади! Зараза, я не увидел! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Васаби, Думгай, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники, пугают охранники. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня у нас очень, ребята, классная серия будет, потому что будет два аниматроника и два охранника. Будет очень жестко, и как и обещали, сегодня у нас будет пилпаки с игры Security Breach. Так, я уже слышу, кто-то идет. Стоп, это у нас проверка тестовая. Все работает, двери работают. Я там вижу кое-кого. Они, кстати, очень громко разговаривают. Очень громко. Я закрою. Да-да-да, только сказал, уже. Так. Уйди. Фокси жесткий, очень жесткий. Кстати, есть аниматроники, которые очень быстро ходят, и они смогут нас обмануть. Там кто-то есть? Я вижу его руки. А ну, руки убери, говно. Закрой, закрой. Ты что? Я чуть не умер от страха. Уйди отсюда, Фокси. Очень жесткий, хвостя раздор... Ого, у него лапы, как моя голова. Там стоит кто-то? Да. Нам повезло, что он нас не убил. О, стоит, жопу нам показывает, все, ушел. Отлично. Можно открывать. Стоит, стоит. Он медленный, очень медленный. Ой, получили, надо все вместе жмем в двери. Ребята, настроение отличное, не забываем подписываться на канал, ставить лайк и написать крутой комментарий, потому что самые классные комментарии попадают в топ комменты в начале ролика. Так, осторожно, осторожно. Они сегодня злые. Идет луна, идет. Закрывай. А, закрывай, блин! И своего убил. Так, никого тут нет. Будь внимателен, очень внимателен. Они очень быстрые. Я хорошо просто. О, вот, подожди, он, уже, он вроде как бежит, а вроде не бежит. Так, ну нафиг, я его боюсь. Так, осторожно. Бежит. Закрывай. Интересно, кто из них самый быстрый? Ребята, напишите в комментарии, какой из аниматроников Security Breach самый быстрый. Кстати, это хорошая идея, чтобы снять эту рубрику, какой аниматроник самый быстрый. Кстати, ролик, где мы сняли, какой аниматроник из Security Breach самый крутой, очень сильно всем понравился. Набрал уже 40 с чем-то тысяч, даже, наверное, 50 тысяч на это время. За пару часов. It's possible. Ого, он громкий. Ну-ка. Нам даже, видите, ребята... в эту ночь выдали пистолеты мощные. Только меня не застрелили? Не, не буду. Кстати, глушитель можно накручивать. Да ладно. А как так-то? Сзади стоял, наверное. Да? Дали, теперь нам, ребята, два пистолета дали. Что мы могли их всех мочить. Потом топор и оружие будет повышаться все больше и больше. Открываем. Опа. Я не понимаю, он бежит или не бежит? Он очень... Да ну тебе нафиг, как-то странно идет. То бежит, то не бежит, то не бежит, то бежит. Можно и запутаться. Главное, что, ребята, настроение отлично. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и так само улыбаетесь. Без причины, как и мы. А он медленно, он не добежит. Закрывай! Да блин, давай по очереди. Короче, давай твоя правая дверь, моя левая. Окей. А потом поменяемся посреди смены. Кстати, нам еще надо будет обход пойти сделать. Обстановку разведать. Опа, луна прибежала. Блин, он такой громкий. Прямо аж, знаете, уши щекотит. Такое именно классное воспроизведение аниматроников просто на высоте. Стоит, танцует. Да дурак, что ли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это Рокси? А нет, это Чика. Чика-чика-чика. О, кстати, еще можно будет рубрику снять. Угадай аниматроника по звуку. А? Какие рубрики я попридумал, которые раньше мы записывали. Надо все возвращать, потому что это очень всем нравится. Бежит. Закрывай, 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 молодец. Блин, я запутался. Интересно, жизнь не нормально отнимает мое оружие? Так, закрывай. Господи. А что он меня не убил? Это очень странно. Так, подожди, подожди, у нас есть... О, топор. Успел. Надо их топором гасить. Вот так вот. Кстати, очень странно. Бью по стеклу, а звук топора. Очень странно. О,
Солнышко пришло. А я стою и пляшу возле окна. Ай, бежит! Закрывай! Так, надо оружие. О, дробаш. Дробаш — это вообще мощь. Перезаряжаемся. О, гильза даже упала. Слышали? Внимательно, стой. Угу. Так, я вижу, он там стоит, танцует. А! Блин, я хотел запрятаться, когда он будет идти со спины его угасить. Я закрыл. Ты молодец. Ты справился. Их двое пришло. Один солнышко, один луна. Это очень круто. Ребята, сейчас мы возьмем секретное оружие, которое я очень люблю брать в роликах. Страшно. Так. Надо ходит открыть дверь. Подожди, подожди, не открывай, внимательно будь. Дай. Да что ж ты мой не впустил? Я не туда. Че, он дверь умеет открывать? Нифига себе умный аниматроник. Двери открыл и ушел. Я даже не хотел возрождаться, потому что я какие-то они стрёмные очень. Так. Кстати, тут двери быстро, да, срабатывают в этой карте? Да ну тебя. Да господи, дверь... Дверь застряла, я видел. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Открой. Уйди. Он добрый, видишь? Если нож не дать, уйди. Дима, заходи быстрее. Открыли! Я удалил, я застрял в лампе, прыгнул! Да ну вас, ну мужики! Я закрываю. Блин, я так дернулся сильно! Да чё они такие злые? Мы же хотели, чтобы они добрые были. Так, хорошо. Нет, не тут мы по-самому так поставим. И... Так. Надо следить. Ай, он зашел, я не успел удалить. Да ну вас, все, зашел, зашел, вали. А он добрый, добрый Фредди, он же не убивал. Ай, какой добрый. Это нас Фредди убил разве? Нет, это не Фредди. Я же думаю, как это Фредди нас убил? Он же наполовину добрый. О, я знаю, ребята, что надо сделать. Сейчас. Мы сейчас возьмем классное оружие. Я всегда люблю его использовать в роликах. Так. Как индикатор, где они идут. Дядя Куёка, ты... А как он не умер? Да закрой двери, эти вонючие. Блин, он так громко разговаривает. Ой, это кто? Вот челюсть, как у человека. А чё они взрываются? Непонятно. Очень странно. Я думал, она будет взрываться. О, сзади танцует, видишь, головой вертит. Клоун. Я вижу, рука его просачивается здесь. Так, не открывай, не открывай, не открывай. Они очень жесткие. Зайди, сейчас по жопе получишь. Ой. Дверь, дверь. Угрожал человек. Ой, это горит, Дима, горит! Горит! И еще раз взорвал. Ничего страшного. Ой, извини, я тебя там. Извини, обстоятельства. Он тебя сейчас убьет. Не убивает? Я убегаю, все, спрощайте. Нифига себе, пиццерия. Все. Ну так не должно было быть иногда. Но у нас теперь. Все, сейчас тухнет. Это же противопожарная система, я сейчас все затушит. Надо Это не противогаз, а надо взять это. Огнетушитель. Так. Дверь. О, я могу говном кидаться по аниматроникам. На тебе, дерьмо. Ей взорвалась. Это индикатор, что он пришел. Так, тушим аниматроника. Так, давайте еще раз возьмем это оружие. Ребята, кто помнит оружие монетку? Напишите в комментариях, мы помним. Или плюсик. Посмотрим, сколько нас олдскульных смотрит. Я сейчас буду, короче, их монеткой гасить. Раз они такие жесткие... Ой! Ай, блин, да монетка, блин. Чё такой кабан здоровый? Вот просто жесткий вообще кабан. Так, монетка. Левый давай. Сейчас только кто-то будет идти, я буду гатить монеточкой. Проверим. Фу-ху-ху-ху-ху. Ой, там бежит кто-то. Подожди, стой. Прибежал. Я вижу. Вот. Ребята, напишите комментарии, как зовут этого аниматроника. Вы знаете?
Ты знаешь, Думгай, что это за аниматроник? Ой, я не помню. У нас же, ребята, два пилпака на Security Breach. Они очень крутые все. Некоторые разговаривают, а некоторые не могут разговаривать. О, своим... А ну отойди по нему гахну, отойди, отойди от окна. Блин, просрала, еще раз. Да. Зачем монетка просирает? Ну это стекло. О, стекло. Там же нет никого. На. Нет, есть. Есть, убил! Убил аниматроника! Меня убивает еще. Там тут тоже никого нет. Сейчас кто-то будет идти, я сразу загашу. Сразу, только кто-то будет идти. Так, вижу. Не убил. Есть, убил! Так, Дима, проверь, пожалуйста, право, я не хочу. А ну отойди, через дверь стрельну. Ай, стреляй! Ай, блин! Двоих убил, а я нет? А! Хорошо, что закрыл, молодец. Вот это веселье у нас. Люблю такие серии, где можно повеселиться. А особенно отойди. Пожрать. Ой, поржать. Отойди. Мне надо смотреть туда. Еще. Ага, понял, понял. Так, два дня не монетку, потому что монетка что-то очень жестко. О, я знаю, какое оружие надо взять. Так, 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 нет, это тоже жестко. Ядерный взрыв нет. Бежит. Пригвождатель. Давай я открою дверь, там есть. Давай, я пригвожду сразу. Раз, два, три. И меня. Ну, извини. Все, готово, готово. Подойди, посмотрим, убьет или не убьет, подойди. Я не могу ходить. А, понял, сейчас исчезнут. Я еще пока попригвождаю. Пригвождатель где-то держит секунд 20, где-то так, ну, приблизительно. Теперь еще. А ну, иди, иди, все. Не убивай! Ты что, хочешь у меня слуха лишить? Так, стоп. Все, закрывай, пусть стоит. Пусть постоит, подумает над своим поведением. Я, короче, взял огнемет мощный. Так. Ой, знаете, что если огнеметом вот так полить лужу, да? А потом ее поджечь, она будет гореть. Смотрите. Интересно, за дверь туда горит? Наверное, горит. Давай откроем, и аниматроник зайдет. Ой, я забыл, что если паром лупан... Ой, ой, извини, я не хотел, блин. Ну, ты видишь, умный человек с тобой, охране попался. Челлендж называется «Проживи в этой комнате». Да что ж оно так долго горит, тушись. Ладно, постоим, подождем, пока оно прогорит. А ты не умираешь? Да я стою в углу. О, там аниматроник тоже горит. Нифига себе пламя. Так надо быстро брать огнетушитель. Так туши, туши. О, молодец. Ой, спасибо тебе, все, возрождаюсь. Так. Отойди, отойди, я полью здесь все, короче, этим газом. Ой. Там просто этот шел. Интересно, через окно палится? Нет, не горит. Кстати, мы еще аниматроников не жгли. Там есть кто-то? Да, там есть, я видел. Да, они жестко на нас нападают. Руку убери, пожалуйста. Убери. Ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас жестко будет. Плохой смотрите, аниматор. Смотрите. Все, закрывай. Я там поджег прям целую эту тропинку. Ого, аж подлагивает икра немножко. Все, никто не пройдет там. Вот это там пламя. А ну попробуем туда вот так подлить. Будете через дверь поливаться? И вот так вот сюда и поджигаем. А ну проверь, горит там за дверью или нет? Я не вижу, я не могу заскочить тут. А, не горит, потому что было бы слышно. О, потухло уже. Выгорело. А, сзади! Зараза, я не увидел! Ты что так пугаешь? Ты хочешь... Блин, у меня когда-то сердце так схватит. Так, а там еще... Жестко, вот это вообще психи, блин, ненормальные. А, зачем ты открыл? Да я же видел, что там никого нету. Они обманывают нас. Аниматроники обманщики. О, у нас другой огнетушитель есть. Смотри. Ой. Господи. Закрывай. Тут еще солнце. Ой, дуди, додик. Вот это жестко. Ни за что нельзя в притирку его гахать. Ого. Вот это мощь. А ну тут. Два солнышка пришло, представляете, что творится? Они же ушли?
Нет, еще стоит. It's past your bedtime. Так, саморисованное. Блин. Поджог пиццерию. Все, уходите, заразы, мы вас боимся. Но мститься мне будут. Так, ребята, что у нас еще из оружия есть? Лазерные мечи, наверное, не пойдет. Закрыл. О, у нас Counter-Strike есть оружие классное. Горящие гранаты. Открывай. А! Она горит там? Да, горит, отлично. У нас еще потом, ребята, есть красные гранаты. Сейчас мы этими поиздеваемся, потом красные будем кидать, чтобы повыживать все-таки. Ушли, не ушли? Подожди, стой, дай тут посмотрю. А, я не могу запрыгнуть, паутина мешает. Ну давай. Тут есть. Ой, запрыгнул. И там есть, стоят, представляешь? It's past your bedtime. Я вижу, пусть постоят. Все, два солнышка. Сейчас украдут цыгане. Не бойся, это цыганские фокусы. Короче, давайте сразу будем играть на красные гранаты, чтобы было веселее. Так. Так, сейчас мы их выдадим себе побольше. Закрывай. Так, ребята, сейчас мы прям жестко сделаем. На тебе тоже. Где ты? Я. Только кидай подальше, чтобы мы когда возрождались, не умирали. А, он тут! Ай! Да ну, заразы! Ой, его жизнь отталкивает граната, пройти не мог. Прошел, да ладно! У Дима, смотри, как колбасит. Лампочку? Да. Да вы, блин, да ну спасибо тебе. Ого, лампу колбасит, что дискотека у нас там. Так, выдаем себе еще раз все-таки. Да ты что, кидать их не умеешь? Да. Ну, ты такой же профессионал, как и я. Закрывай, блин. Да господи, застрял. Ну мужик, ну не трогай нас, мы тебе хлеба дадим. Васаби, уйди. Да че он такой страшный? Все, потанцевал? Молодец! Хороший пранк. Хорошо. Так, закрываем здесь двери. А тебе тоже побольше. Закрывай пока двери. Так. Сейчас подловим, когда они будут идти, короче, и будем кидать их. Да подожди, я посмотрю, там никого нету. Стоит! Я вижу! Так, уйди. А он добрый, этот не убивает, кстати. Пусть с нами потусуется. Все, мы тебя взяли в плен. О, зараза, своего пустил! Представляете, какие неумные, они могут сами себя выпускать и запускать. Вот обманщики. Не доверяйте аниматрону, даже если они добрые. Кстати, мы ни разу не проверяли, можно красными гранатами ядерную взрывать бомбу или нет. Ничего, мы в этом серии, в этом ролике мы проверим. Можно взрывать красной гранатой ядерку? Так, вдвоем стоят синхронно. У тебя красные гранаты есть? Нету. На. Вот, все, теперь есть. Только не спеши, не открывай, он там. Я знаю. Я тут посмотрю. Они бесшумно ходят, их реально не слышно. It's past your bedtime. А, уже трындит, трындец. Угу. Так, я знаю, что тут можно посредине стола как-то запрыгнуть. Так, подожди. Ну давай, стол, пусти меня. О, уходит, с твоей стороны. Стой, не спеши, ушел? Нет. It's past your bedtime. А, хитрый какой. Ах ты хитрый. А, все, прибежал. Смотри, я сейчас буду... Сейчас он уйдет, я сразу дверь буду открывать и кидать гранату. То сейчас только он уйдет. Все, я открываю дверь, смотри. А я пошутил, я не открываю дверь. Повелся. А там есть кто-то? На, я успел кинуть. Ай. Ну блин. Так хорош. Ты гранату кинул, как профессионал настоящий. Сразу люблю играть в профи. Ребят, если вы хотите в нашу команду, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может с нами записать классный ролик. Все? Все, отлично. Так, теперь мы делаем тест, как я и хотел. Мы сейчас поставим ядерную бомбу и кинем красную гранату. И посмотрим, выживем мы или нет. Вообще, взорвется она или нет? Мне это очень интересно. Все, отходи. Так, аниматроники, можете, пожалуйста, быть добрыми? Ну все, ребята, прощайте, вам жопа. Есть, можно! И аниматроники, все взорвалось.
Хочу сказать, в этом ролике аниматроники победили, потому что они столько раз убивали нас и обманывали, что, в принципе, охранники сегодня слились как щенки. В принципе, что сейчас и происходит. Побери, не возрождайся. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.